недели подошли, уже мышцы немножко подотпустило. Такие болевые ощущения. То есть вкатились, вбежались. Поэтому я думаю, будет легче. Хоть и нагрузка будет выше. Пятый пошли, ребят, 6.05. 6.15. Держим, терпи, парни. Отдохнули, поработали же хорошо. Нам дали восстановиться. И вот мышцы сейчас в тонусе, все нормально. Как бы выбежали. Кто был первый в вашей группе? Кондарев. Он втопил нормально. Где-то в 11, наверное, он пробежал. Молодежь лидирует. Да, конечно, молодым дорогу. Подготовка с прошлой недели. Все готовы были, пробежали. В одном темпе бежал, особо не ускорялся. Почему прибежал первый? В чем секрет? По первой бровке бежал один. Так было легче. 4-5. Тест Купера очень сложный. Такой тест. Как дался вам? Ну, я вообще не очень люблю всякие такие бега, мне тяжело дается. Но надо через это пройти, зато потом легче будет. Лично мне не нравится этот тест Купера. Давай,